Зависит ли количество выпусков роликов в неделю или месяц для прироста подписчиков? Или важно именно, что снимаешь, а не количество? Я делаю каждый день стрим. И у меня уже, у нас на канале сейчас, но я делаю не один, у нас целая группа работает на стрим. То есть я вот сейчас с вами говорю, там, кто-то модерирует, кто-то мне готовит там комментарий, кто-то мне вчера, допустим, приезжали, делали, ставили доску, потому что все важно, да, там свет, потому что вчера было темно, были сбиты настройки, да, соответственно, все. Видите, я там забыл включить мой шикарный глобус, и мне уже там написали, что глобус не включен, да, потому что вот в этом формате. Для чего это я вам рассказываю? Потому что важно качество контента, это первоочередное. А потом уже вы можете размещать свой контент, ну, если вам есть что сказать и есть что запаковать, то размещайте его в любом количестве. Но смотрите, как это работает. Например, у меня есть 80 стримов, и каждый стрим по 200 просмотров. Сейчас он по 200 просмотров. А у кого-то есть стрим на 5000 просмотров. Один стрим на 5000 просмотров. 80 стримами я окучил 80 ключевых слов. То есть у меня получается 80 видосов. И мы, если путем простого умножения, берем 200 просмотров. Если у нас 8 стримов, то это 1600 просмотров, правильно? А если 80 стримов, то уже 16 тысяч просмотров. И тут количество побеждает качество. Но здесь один запрос, стрим, и поэтому, или ролик, неважно, да? И поэтому здесь вероятность попадания по запросу очень маленькая. Здесь 80 запросов тоже, да? Но здесь у меня каждый стрим по часу, и здесь у меня 80 часов контента, а здесь один час. Вот такая математика побеждает, но это называется марафон. Тут у вас должен быть, то есть, смотрите, то есть у нас сейчас в школе уже 1200 роликов, это 1200 ключевых запросов, я по чуть-чуть, и мы уже 90% конкурентов, которые на рынке были там 5, 7, 10 лет, мы уже их обогнали за год. Потому что системно валим в марафон. Тин-т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 ин. Давая полезный, качественный контент. Ну, мне не нравится контент. Ну, какой-то нравится, какой-то не нравится. Я беру лучшее. Я не рассказываю о том, как заработать там, не знаю, там, миллион рублей. Там, я не даю советы, как, вот у меня сейчас пишут, мне очень много пишут люди, которые помогите заработать в интернете. Делайте полезный контент и будет хорошо. То есть, если есть время, желание и это к тому вопросу, что я говорю, что вы будете с этим каналом жить. Если бы я не знал тему и меня не штырило, я бы не смог сделать там эти, ну, 80 стримов, мы не смогли бы сделать, да. И потом, я сейчас хочу делать совместные стримы с Катериной Левченковой, чтобы у нас еще было больше полезного контента, потому что я когда много говорю, ну, и мне надо передых, и обучаться делать стримы такие там в две камеры, в три камеры, вот учиться, чтобы потом вас научить, понимаете?